Now. Now. Всем здравствуйте, с вами Спидерелакс и... Да, сегодня мы будем играть в Космофобию, только в Гаррис моде. Да, очень странно, конечно. Да, ну скоро потом в обычном будем играть, пока в Гаррис моде. Так, давай, теперь говори, какой фонарик ты взял мощный. Короче, еще тут такая фигня произошла, у нас типа на левую кнопку мыши фонарик не работает, поэтому нам пришлось скачать кастомный фонарик, ну на F который, поэтому он будет работать всегда. Ебать, у тебя фонарик светит, охуенно. Нет, это не фонарик. А, ты взял специально, еще, Матвей, когда ты присоединялся, время как бы тикало, и сейчас 2 часа ночи, за место 1 часа ночи. Поэтому скоро время выйдет. О, смотри, камера. Да. Короче. О, смотри, мы находимся. Да. Вот так. А, погоди, пошли к фургону. Короче, суть этого режима узнать все тайны. Ой, ты куда вышел? Я вышел к фургону. А, вон дверь. А, блин, погоди, когда ты присоединялся, прошло слишком много времени, и игра уже началась, типа. А, да, то есть нам. Ага. Поэтому нам нужно идти уже сюда, пошли. Давай возьмем какой-нибудь освещение. Да. Может, камеру поставим? А, давай. Нет, давай ты поставишь камеру, я возьму освещение. Нет, тут их много, поэтому давай его сначала вот в этой комнате поставим. Так. Нет, не так. Возможно, сейчас, ну, скоро выйдет время. Потому что. Подожди, Ярик, давай ставь камеру везде. Сейчас. Пока что вообще что-то не страшно, это, наверное, только сейчас. Либо потому что это Гаррис мод. Да, и в нем ничего не страшно. Ну как, ладно. Ну, так, вот здесь камеру поставим. Так. Все, это все камеры. Ой, что такое? Я тогда поставлю куда-нибудь вот сюда. О, смотри, Ярик, тут показывает наш лимит денег. Что-то красное. А, это генератор, Матвей, я генератор нашел. О, камера. Ебай, погоди-ка, она здесь отображается? А, здесь, смотри, видишь, здесь задание. Вот, видишь, на кассете. Где? Вот. А-а-а. Давай, вставляй вот сюда. Камера оператора Ктвистик Хёрт. О, вот, смотри, я снимаю. Да, но у меня почему-то... А, генератор сел, наверное. Вот поставь сюда кассету, вот сюда кассету. Все. Чего? Да, все, генератор сел, надо пойти. Да, я тебе сейчас покажу, где он находится, смотри. Генератор находится вот здесь. И с ним какая-то хуйня произошла, его никак нельзя открыть. А чего мы так высоко прыгаем? А, нет, показалось. Да. Так, сейчас я тогда пойду в другую часть дома. Вообще. А я не могу его починить. Ладно. Что? Нет. Что? А, Матвей! Что? Призрак! Что? Матвей, я сзади! Да призрак, короче, был. Я видел. Да. Да там было сфоткать. А, ты записываешь? Нет, не записываю. А, ты просто как долб... А! Ой, блядь. Ты можешь взять камеру сам или фотик. Да. А! Так, ладно, возьму... фотоаппарат. Да, я тоже пойду. Так, ну там, короче, был призрак. Сейчас мы ему дам пизды. Короче, я буду снимать, а ты будешь фотоаппараткать. Давай. Командная работа. Блядь, 4 утра уже. Скоро время. Сейчас мы будем давать пизды призраку. Да. Он находится за этой дверью. Он находится в этом огромном, блядь, доме. Это просто посмотри на эти... Беги. А, ладно, похуй. Ярик, ты придурок, я посрал. Я его сфоткал. Все, давай сбежим. А куда бежать? А, вон. Не, типа, я его сфоткал, а я тебя чуть... И чё, типа, я не знаю. Ну, я не знаю, тоже не знаю. Ярик, ты тоже? Ты про что? Ярик, у меня пульс сильный. Ну, то есть, у меня весь экран не потемнело, а размылся. А, может, мне просто нужно... Спасите. О! У меня подарики почему-то сели в моем фонаре. Во, все, у меня теперь работает фонарик именно как и должно. Так, Ярик, у меня сильный пульс. Так что? Не отходи от меня, не отходи. Прощай. У тебя тоже размытый экран?
Нет. Какой ну, короче, ты, короче, сейчас в монтаже переключишь на меня. Обязательно. А, блядь, нам нужно до 7 утра что-то сделать с этим призраком. Нет, нам надо просто дождаться. Нет, это каждый дурак дождется. А нужно именно его запечатлить и сфоткать. У меня холодное дыхание, короче. Да. Что-то... А почему мне сильно вибрирует сердце? Матвей, иди за мной. Какой же, блядь. Сильно... Матвей, ты за мной идешь? Зачем? Генератор, блядь, включить. Зачем еще, блядь? Ну, вот сюда. Включи. Ну, она там Тима, ну, блядь, подсвети. У меня просто фонарик говно. Так ты на вейф нажми. А, ты именно им, что ли, светишь? Да. А, ну просто это типа... Ладно. Почему у меня холодное дыхание до сих пор? Мне страшно. Ну типа мне... у меня все размыто и... А, что? Так к нему можно было попасть? Ладно, оказалось, короче... включился, заработал. Да. Оказалось, короче, что фонарики работают, но мы все равно будем использовать этот, потому что он у нас друг у друга показывается. И, например, если у меня что-то произойдет, но он может мне светить. О, смотри, время уже 4:30. А ты можешь вставить кассету или как ее подобрать? А где она? Да, могу. Нет, не могу. Постой, а как между камерами переключаться? Какого хуя... А... Бля, какого хуя ты лучше меня? Стой, подожди, а если я буду снимать, ты будешь видеть? Нет, ты не будешь видеть на камерах. А что это за камера вообще? Что это за камера? Это вот которая... Покажи. А, вот это что ли, вот это? Да, думаю, вот это. Погоди, а если я возьму, она будет показываться? Бля, это точно та камера? А, нет, это другая. А, может переключаться можно? Да я вот думаю, как вот переключаться тут? Никак не переключаться. ВХС плей... плеер. Ярик, призрак тут. Чё за пиздёж? Нет. У меня опять холодный, у меня опять всё рты. Что за дичь? Что за нахуй? А, я понял, давай пойдём в самую глубину здания. О, смотри, подожди, иди сюда вот. Смотри. Что? Чё за хрень? Evidence collected. Нам, наверное... А, это этот... А, о, смотри, фонарь с края эфира. Где? Вот. Помнишь, мы в края эфире какую-то карту запустили, где мы по канализациям бегали, у нас нихуя не получилось. А. Нет, смотри, если я сейчас туда выйду, то у меня опять под... Чекай. А у меня, кстати, тоже камера, Да где у меня? А, вот. А как ты сделал, чтобы... А, все, я понял. Подожди, может там как-то потыкать надо. У, как в Outlast'е можно сделать. Камеру. Что-то как-то слишком страшно. Alarm, VD Player, Full Get Play. Так. Что это за дичь? Ладно, детектор МП, он вообще как бы работает? Работает. Работает, 200... да? Да, я $200 получил за призрака. Стой, ты его сфоткал. Стой, а это что, Spirit Box? Что он делает? Не знаю. I have enough equipment. Я думаю, Матвею нужно потише сделать. Ой. Ой, наоборот, погромче, наверное. Типа, не знаю. Ой, у меня опять поднялось дыхание. Ну, типа, размытость. И сейчас прям жестко раз... Что? Размытие? Что за дичь со мной происходит? О, смотри, книжка. А, это тут... Кстати, ой, нажми на Q, какое-то меню открывается, заметил? Да. Ну и что это за меню? Не знаю. Так, ладно, мы еще до сих пор не разобрались, что здесь делать. Да, мы как долбоебы ходим, что-то выставляем и нихуя не понимаем. I'm caring as much, что-то хер пойми чё. Да, ты что там говоришь? А, кстати, а я у тебя чел без ноги? Да. А, да, потому что я Элай. О, смотри. The first 100 patients awarded today. Первые 100 пациентов arrived.
Пациент это, по-моему, части, нет? Так, today by rail. Так, Шарлинг. Что за drawing? Шарлинг some of them crying. А, смотри, здесь ключи, ключи. Где? И вот смотри, здесь ключи лежали. А как ты вышел из этого письма? На левую кнопку мыши нажал. А, вот что. Короче, я нашел какие-то ключи, они прям лежали здесь. Давай пойдем какую-нибудь дверь откроем. Сейчас, подожди, стой. Подожди меня. Пойдем. Я слышу шаги, я слышу шаги. Я тоже их слышал. А, Матвей, давай сделаем так, смотри. Поебашили. Сейчас я детектором. Ой-ой-ой, а он тут жесткий ярик. Да. Он отталкивает! Он отталкивает оттуда. И у меня еще лагает. А. Я только не понимаю. Это я дышу или что? Нет, да-да-да-да, это ты дышишь, у меня то же самое. Блять, он рядом! Бежим нахуй, фургон! Не, зачем? Стой, иди сюда. Он здесь нас не тронет. А, да? Да, это же как приватная территория, как фургон. Схуяли. Мы бы тогда здесь всю ночь сиди. Миссия фейлит. Иди, стой. А! О, вот, waiting ты, for... ты кем будешь? Выбирай. Support Official Steam Group, Official Dev Log. Все, заходи. Я буду за... Я уже ученый, так что выбирай другого. Все, я зашел. Вот, теперь мы наконец-то появились в... Теперь мы сами должны самостоятельно ручками взять одну из... Коробочек. А, вот все. Да, и расставить. Смотрите, специально для нас еще фонари все расставлены. Блять, я больше взять я не могу. Блин, вот именно в фургоне там лагает. А, имел, когда ты разворачиваешься, да? Да, да, да. Ну, блядь, уже вся карта прорисовывается, типа. Матвей, ты видел, что с дверью? Что с дверью? Ну, типа, ты ничего не замечаешь странного? А, вот куда, надо генератор поставить сюда. А, здесь сюда нужно генератор. Да, я... да, да. Да, все, я сейчас поставлю. Почему он в такой пизде находится? Во! Все. Так, давай теперь возьмем. Во, все, теперь тут у меня 275 долларов. Да? Так. Так, это. Ремпот. Возьму камеру. Детектор МП. Так. И все. Детектор МП мне не нужен. Кстати, ты пробовал ходить с обычным фонариком из этой игры? Ой, нет. Это... Ну и хорошо. А, погоди, что ты пошел-то, честно? Я камеру поставить. О, кстати. А, здесь переключаться можно. По камерам как? Да, вот смотри, на Е просто нажимаешь, видишь, здесь камера 2, там, я не знаю. Давай тогда камеру расставлю сейчас в кое-какое место. Давай, я тоже. Бля, какой интересный режим. Мне нравится. А тебе нет? Нет, почему? А. И давай я поставлю вот вот сюда. Давай. Все, уходим. О, какие секси бабы. Я увидел ворону. Я ее услышал. Бля, Матвей, у тебя все нормально, кстати, с дверьми? Стой, а как ты переключаешься? Я так и не понял. На Е нажимаю, там камеры выбираю, все. А куда нажимать? На телевизор. I am not to... А, I touch person. То есть я не... А, так вот в чем... Блять, за мной бегут, за мной бегут. Нет, меня убили, за что? Тебя убили? Да, прям перед камерой. Ты сейчас мог это видеть. Убегай, тебя сейчас убьют. А мне что делать? Я не знаю, я не могу никак за тобой наблюдать. То есть ты просто умер, ты даже возродиться не можешь? Нет. Может, должно время пора... Здесь что написано? Grab a tape from home base to begin collection evidence. Сейчас я посмотрю, как... вот теперь я умер. О, я возродился. А,
Ой, ты какой-то мужик. Все, я помнишь, мы тогда за камерой не смогли наблюдать. Дело в том, что у каждого человека есть свои классы, да, и они. Да, вот. И вот смотри, ты сейчас можешь переключать? Нет. Сейчас я возьму кассету и. I'm not a touch person, блять. Вот, смотри, ключ, вот, видишь? Вон, кстати, да. Подберем. Давай. Бля, какой и же. Чё? Какой же охуенный свет от фонариков. Мне он так нравится. Так, ладно, пойдем туда, хер с ним. Особенно после Гаррис Моды. О, так светло сейчас стало. Стой, подожди, иди сзади меня. Ой, а, кстати, теперь ты перестань светить, я сейчас буду светить. Смотри, как это охуенно выглядит. Видишь, да? Угу. У нас чё, у друг туда? Друга отображает свет. Туда? Давай, блядь. А ты. А, я только что оттолкнул. Да. Там кто-то бежит! Там кто-то. Похуй, бежим! Help me! Матвей, помогай, помогай, помогай! Спаси меня, спаси мою душу. Как я тебя спасу? Ну я там вдали, просто его там, я не знаю, отпугни. Видишь, мой. Я лежу, дышу. Да, еще я вижу бегущий фонарик. О, спасибо. О. Бежим обратно теперь. Все, теперь я, кажется, понял, что надо делать. Жопа, 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 жопа. I can't breathe. Я не могу дышать. Я тоже. Я спрятался. Где? Там, где у нас все оборудовано. А это точно приватная зона? Ну, думаю, да. Потому что здесь у меня сразу все закончилось. Кстати, заметил, что легче определить призрака в чем в фосмофобии, потому что если ты увидел призрака в фосмофобии, тебе бы лучше выжить. А здесь ты, типа, можно, как бы, есть шанс выбраться живым? Да, не, ну, короче, я помню ту бабу. Помнишь, вот, Влад зашел в подвал, и он сразу же обосрался. Там баба маленькая какая-то была. Бля, мы тогда с Владом играли, я в ахуе. Так. Так. А, может, что такое скриптит? Блядь, генератор выключился. Режим. Тут еще на камере есть. Да, я знаю, как в Outlast. Ну, по Фасмофобии то же самое, кстати. Ну, да. А, ты идешь? Да, я уже починил. А я так и не понял, а как мы должны, помнишь, мы в Фасмофобии, там у нас дневник специальный был, куда записывать, какой призрак, а здесь я не понимаю. Ты за мной идешь? Нет. Ты чё, урод? А я смотрю, как здесь это. А, и, кстати, ребятишки. А, точно, как победить призрака? У нас же, видишь, специальные есть скоро, штуки. Скоро у меня будет день рождения. Да, и мы будем играть с ним в Фасмофобию, и мы. Беги, будем... беги, беги. Блять. А что бежать? Ну там у меня сейчас. О, что это за свет, кстати? А, смотри, это датчики движения, да? Вот эти. А, кстати, пойду поставлю. Смотри, видишь, там зеленое горит. Да, и что это? Ты видел? Что видел? Короче, какой-то. Во! Видел, огонек пролетел. Во, смотри, там теперь две зеленые. Три зеленые. Блять, он зачем бежит сюда, я думаю. Да не, вряд ли. Да. Вот все, я только что видел этот огонек сразу. Мне вопрос, нахуя здесь нужен фотоаппарат, если он нихуя не фотографирует. Не, ну я, конечно, могу попробовать. Матвей, смотри, я пасхалку нашел. Матвей, какое? Смотри, видишь это лицо? Какое? Присядь сюда, вот, видишь? Чье? Сейчас, смотри. Вот, видишь фотографию? И посмотри, что там изображено. Не, с обратной стороны. Там Джерма. Так, пойдем, ладно. Матвей, у тебя тоже что-то с дверьми не так, да? А, стой, вот эти зелененькие, это наши вообще штуки. Да, я знаю, но это датчики движения, которые мы расставили.
Блять, он там, убегай, убегай, сюда, 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 сюда. Матвей, у тебя же здесь нормально двери стоят, да? Ну, вроде. А, то просто они у меня все вверху почему-то. А, да, а, нет, у меня тоже. А, фух. А я задумал, что я всегда приседать-то должен? Бля, всё, как... А как мне теперь... Беги. Я сейчас очень высоко подпрыгнул, Ярик. Ну. Так. Где, а можно... А здесь есть вариант сделать съебейшн? Нет. А, здесь дверь закрыта. Я понял. Так, ладно, пойду поставлю вот здесь датчик движения. А мы, кстати, еще не во всем доме были. Там же можно... Бля, зачем нам столько этих... Датчиков? Нет, я имел в виду... Блядь, которые светят. Вот эти. Ламп столько. Ну, я не знаю, они чем-то помогают. Если нет, есть... я имел в виду, почему их так много в одном месте, блядь. А, ну, расставь. Во. Вот, смотри, я открыл сейчас эту накрюгу, там что-то... А, гость сюда генератор... пойдем, гость сюда пойдем. Рефил за генератор с газом. О, тут какой-то есть генератор с газом. Матвей, вот гость сюда пойдем. Не, стой, нажми на кью. Да, я знаю, здесь... А, здесь нужно выполнять задание. Find the... Да, вот, смотри. Как, какой-то рефил за генератор... Короче, надо генератор с газом активировать. А у меня написано, что он активирован. А, я понял, это нужен обычный генератор именно тебе. Тебе нужно взять этот генератор. Ну, где-то должен стоять генератор, и ты должен найти и его заправить сам. То есть я это уже... Вот, смотри, иди за мной. Нашел генератор? Да, ну, блядь, он здесь прям находится. Может, у тебя здесь у тебя здесь есть канистра, она у тебя отображается? Не, стой, это генератор с газом. Ладно, давай пошли искать. А, у меня всё, он задымился. Вот, у тебя появилось, что ты выполнил это? Нет, рефил просто. Capture an orb? А, этот, это орб называется. Бля, опять утра. Матвей, иди за мной. Куда? Бля! Бля! Я сейчас опять высоко. Короче, когда ты подпрыгиваешь высоко, то это значит, что... Призрак. Там какой-то другой призрак. Ясно. Почему ты все время? Ну, потому что я бегу постоянно в самую пизду, а ты где-то там шароёбишься рядом. И как я тебя восстановлю? Сейчас. А, вот все. Вот эти вот, что за спирит бокс? Попробуй взять спирита. А, ну у меня есть. Что он делает? А, это, наверное, РАЦ. За генератор. Вот, заправь генератор, слышишь? Заправь генератор, что у тебя выполнилось это. Чем? Ну там канистра есть для генератора. Иди в генератор. А, Рил. Всё, я заправил. Вот у тебя зачеркнулось? Да. Бля. Так, второе задание. Insert a full... Это как сделать-то с такой реакцией, блядь? Ну-ка, вы, конечно, извините. Хоть мы хард стафлея, но все равно я не смогу заскринить это. Кстати, insert a full evidence tape inside the FHC player. Бля, ты слышал это? Что там? Там двери, короче, все открылись, смотри. Урю. А мне нужно заскринить этот орб летающий. Да что ж такое? Почему он такой жесткий, блядь? Он не дает нам пройти. Кстати, сейчас музыка играла. Да? Да. Блядь, ты видишь, как этот орб быстро пролетает? Его, короче, сфоткать нужно. Напрягай свой пальчик, и ты должен попасть в тайминг. Сука. Я не знаю, успел ли я. А ты на Q нажми. Все, я сфоткал. Да, в смысле? Нет, у меня не отобразилось. Я его сфоткал, но... Как бы похуй. Задание... То, что оно не выполнилось. 6 утра уже. И мы хотя бы хоть что-то сделали. Сейчас будет скоро 7, а мы ничего не выполним. О, кассета.
стандарт что там коллектит. Так. Короче, я знаю, что надо делать. Мне нужно постараться не умирать, чтобы я смог за камерами следить. Хотя это так тупо сделано, что типа нужно на классы делиться. Я, конечно, понимаю, что это прикольно, но, блядь. Давай, пойдем туда прям. Ну да, и... давай... Гон направо смотри, вот сюда. Меня выебали за обе щеки. У тебя что будет, если ты умрешь? Давай. А кто тебя убил? Призрак? О. О! О, призрак, фотографируй. А смысла нет его фоткать, типа, это ж не фосмолы здесь не... Блять, ты такой страшный, нахуй, резкий. О! Все, мы ты съебываемся. А, нет. Да, давай варп попробуем сфоткать. Он здесь вроде бы медленно пролет. О, смотри, Венеция. Где? Иди сюда. Какая красотища. О, кому-то переливали кровь или воздух. Да что меня крутит-то? Матвей, она сзади. Нет. Да. Матвей, ты видишь, что со мной творится? Я кручусь сам по себе. У меня самого убираются камеры. И всякие предметы. А, да? Да. Что за анархия? А может надо покреститься? Да тебя опять этот черный призрак убивает. Да я... Просто когда я умираю, я сраный Георгий. Я не могу выбрать другой класс. Мы все играем за один класс, поэтому как-то сложно, что ли, я не знаю. Вот сейчас он здесь. Дверь опять... Ну, ты задолбал. Я не знаю, почему он именно на меня. Потому что ты ему интересен. Кстати, что мы хотя бы сделали за это время? Ничего. Нет, я выполнил 2 задания, а ты сколько? Я придумал, давай ты будешь... Да... Давай ты попробуешь найти призрака, а я буду снаружи шароебиться. Нет! А, вот все. Вот, ты опять забагал игру. Как? Ну, типа здесь не было прохода? Нет, видишь, здесь дверь, потому что она наверху, она забагалась. А, и все равно не видим. Просто присядь, и ты войдешь. На Ctrl присядь просто, и все. Я знаю, ты меня лагаешь. А. Так. Так, ладно, что нам делать? А может призрак боится вот этих вот штук? Может быть. Которые фонари... А, ну это техника. Так я же выбирал техника, и сейчас я кто? Сейчас я тот же самый? I'm not tech person. А я сейчас кто? Я все еще одноногий, да? Да. Гениальность. Давай прям в самый центр камеру поставим и все. Блять. А, все нормально. Так. Я не понял, я выбирал много, но почему-то я сейчас не могу наблюдать за камерами. Но она вроде бы стоит, все нормально. А, знаешь, почему мы не можем камерами управлять? Почему? Потому что он типа говорит, что он не знает, как их переключать. Да, нужен сверхмозг для этого. Так. Окей, я тогда возьму, как всегда, фотик. И... Вот это. Не знаю, что это. Но, ой, в смысле. Так, ну ты, как всегда, бери камеру. Матвей, не бросай меня. Блять. Хотя я к тебе так близко подошел. Чё за хрень? I already have it. У меня камеры нету в инвентаре. Может, ты слепой не видишь? А, потому что у меня нету денег. Камера сколько стоит? А, ну да.
А, я понял, как система подсчета работает. Ну, все понятно. Так, как, что нужно выполнить? Слышь, у меня все задания выполнены. Чё? Видишь, у нас одно задание. А, да. У тебя оно выполнено? Нет. А, выполняй. Insert a full event tape inside the VHC player. Чего? Да? Я не знаю, у меня другое совершенно задание, и оно у меня выполнено. Ты выполняй свое, короче, ничего не знаешь. Ты его не выполнишь, то ты не пройдешь этот замечательный режим. Да, он такой офигенный. Да. Не, ну конечно, смофобия это полное говно. А давай этот режим попробуем на другой карте запустить. Так, по приколу. Блять. Ну как? Я должен... Меня убили. Да, я понял. А я должен жить. Нет, ты меня должен воскресить, дебил. Видишь, я наблюдаю тут. Неужели мне идти тебя воскрешать? Я не знаю, мне страшно как-то, чел. Не, ну я, конечно, могу, но ты когда умрешь, ты не потеряешь ничего. И вообще вероятность такова, что нас обоих могут убить, а у нас у каждого одно задание, одно, не шесть. Вот, так что ты выполнил задание, у тебя оно выполнилось? Нет. Я даже не знаю, что мне делать. Интересно, я тебя увижу на этой камере? Что? А, бля, генератор сел. Матвей, а как твой, каково твое задание? Матвей. Я в самом конце здания сейчас. Пиздец. Бля, погоди, а что будет, если кто-то из нас возьмет камеру и ты будешь и мы будем наблюдать, как мы идем, а? Не знаю. Это как, это типа так, такое получится? Бля, я на улице. Ты на улице? Да. А, все, я подох. А. Мне интересно, кем ты сейчас будешь? Когда ты воскресишься? Ты просто на левую кнопку мыши нажми, чтобы воскреситься. Слышишь? Угу. О, вот, смотри, здесь еще Evidence Collected какое-то. 3 из 3 написано. Но шкала почему-то вот настолько. Вот кто я. А, ты тот же самый. Видишь, здесь какое-то Evidence Collected. Короче, я бежал в здание. Так. Ну почти все. Пойду еще раз оббегу. Давай. Бегать не... А, какое у тебя задание? Слышишь, прочитай его мне. Да я говорю, insert of evidence tape inside... Ну, может, ты его переведешь? I have enough equipment. Ну, ты его переведешь, типа там, я не знаю, у тебя же 5 по-английски. А, меня сейчас отбросило. Да, я видел. Сейчас я хочу прямо бежать еще раз. Да хоть. Блять, минус генератор. О, что за черт? Фоткай его, бля. А, блять. У меня какой-то черт, это уже рассвежил друг. Нет, я буду жить. О, камера показывается. Так. Камера показывает? Не, я придумал, давай, да, вот. Давай я сейчас побегу, возьму эту первую камеру, буду с ней ходить, я хочу, а ты будешь наблюдать, я хочу узнать, она как бы, ну, давай. Покажется. Потому что если я, а, ну хоть, а вообще, в чем, о. Ну-ка. Нет, нет, там ошибка сразу. Блять. Пиздец. Давай тогда я в какое-нибудь другое место поставлю.
Какое-то более полезное. О, вот сюда. Бля, Дима Масленников отдыхает просто. Угу. Все, ты поставил? Да. Она не работает. Бля, прикинь, если к нам зайдут. А к нам зашли, по-моему. А, нет, уже вышли. Пойдем пробежимся. Давай. Давай в следующий кадр я попробую по этим. Ой, меня сейчас подбросило. Давай я этим техником попробую стать. Давай. Ключи, ой, ключи, там ключи. Ой, давай, подбирай. Я думаю, ты уже догадался, что со мной произошло. Ты подох? Да. А погоди, я... Прикинь, эти ключи, они... Ой, в смысле, вот это, этот коридор, куда мы бежали, там же дверь закрыта, а мы просто проползли под ней, потому что там все сломалось. Пиздец. Да, фак. Пока! Пока!